все ученики, выпускники и прошлых лет. Сколько их с 11 года здесь училось. Вот девочка сочинение писала, хотела учительнице стать. Не стала. Умерла с голода по-отечественному. Мишка цыганка. Машину хотел. Разбился. Передовики, скафандрцы, ударники. Где они? Теперь все, где они? Учились, свершали. Что? Что смотришь? Ну, конечно. Как так, как это все? Так мы его знаем. Волшебство! Волшебство. Да, волшебство. Выходит, что так, волшебник, я перевешиватель времени. Оживает школа, оживают классы. Кто только здесь не учился, и цыгане, циркачи, и красавцы. Ты вот как думаешь, фундамент здания это бетон, кирпичи? А нет, фундамент это история. Это люди, которые здесь учились, освещали, просвещались. Здесь и сейчас просвещают. Современному искусству. А время смотрит в будущее. Время. Оно не проходит бесследно, оно остается, если про него помнить. А вы и как привыкли? Прожили, оставили, забыли. Новое время стирает старое. Все забыто. А нет.